Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья. У аппарата Зоди, на аппарате Gravity Chase. Фантастическая гоночная игра, вышедшая в прошлом месяце. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, давайте взглянем на эту игру. Эта игра поддерживает геймпад, и играть я буду, само собой, именно на геймпаде. Насколько я знаю, в эту игру могут играть одновременно 4 человека на одном экране, но мы с вами будем играть в одиночку. Если я правильно понял, то в игре вообще нет никаких настроек. Это очень странно. Мы можем, правда, на клавиатуре перенастроить клавиши. Не более того. Так что у нас нет выбора. Нажимаем «Гонка». И посмотрим, что нас ожидает. А вот сейчас могут подключиться другие игроки, но их нет, поэтому... Никто не подключится. Начинаем. Так, ага, вот, все-таки есть выбор уровней, а я уже думаю, что неужели сразу гонка пойдет. Так, 4 круга, 3, 5 кругов, остальные пока что заблокированы. Нам нужно набирать очки, чтобы разблокировать новые трассы. А всего их получается 16 штук. Не то чтобы много прям. Хотя, кто знает, может быть, дальше еще откроются какие-то трассы. Так, у нас есть разные режимы игры. Аркадная гонка, классическая аркадная гонка. Очки начисляются за финиширование и позицию на финише. Сражение. Уничтожать нужно соперников. И чтобы не уничтожили, соответственно, нас. И гонка на выбивание. Каждые 30 секунд последний игрок будет уничтожен. Понятно, в принципе, все эти режимы довольно понятны, ничего нового, но я предпочитаю обычные гонки. Меня интересует именно гонка, а не элемент уничтожения или выбивания. Поэтому давайте погоняем. Есть также еще и уровни сложности. В зависимости от них будут начисляться очки соответственно. Так, сложность легкая, эффект гравитации низкий, средний и полный эффект гравитации. Что за эффект гравитации, не знаю. Давайте мы, по крайней мере, первую гонку, учитывая, что я ни разу не запускал эту игру, начнем на самом легком уровне сложности, потому что нам еще с управлением сейчас предстоит разбираться. А потом уже следующую можно будет и посложнее. Так, а выбрать корабль. Справа видны характеристики его. А также мы сможем еще и апгрейды на него навешивать, да? Так, подождите, а мы сейчас можем любой, что ли, выбрать? У нас вроде 1000 сейчас есть денег, да? И еще можем... поменять им цвета, но вначале нужно выбрать корабль. Ну давайте посмотрим, значит, ускорение, максимальная скорость, удержание, вес и сила. Ну сила, видимо, для того, чтобы расталкивать противников, нужна. Ускорение, максимальная скорость, вот этот мне пока что побольше нравится. Этот еще больше. Этот. У этого максимальная скорость больше. Так, ну этот слишком слабенький в плане силы. Его, возможно, сталкивать будут быстро. Давайте возьмем, что ли, вот этот. Вроде как вообще хороший. Ага, апгрейды уже платные. Апгрейды мы сделать ничего не можем. Цвет. Пускай будет вот такой зелененький, мне нравится. Класс скорости 3 у этого корабля.
Так, управление, сразу же смотрим, тормоза, ускорение, выключить музыку, так, движение, огонь, щит, ускорение, щит, огонь. Так, вроде запомнил. Но сейчас будем тренироваться, практиковаться. Показывают наших оппонентов. Мы, само собой, в самом конце. Так, на красное, я так думаю, лучше не попадать. Так, собираем энергию. Не толкайся, слышишь? А, черт! Ой-ой-ой-ой! Как же быстро, ух ты! Так, давайте, что ли, ускоримся? Какой кнопкой? О, так. Почему-то ускориться у меня получилось попытки с 10. Я не особо смотрел на шкалу, потому что некогда. Может, она была не до конца заполнена там. Но тут сейчас не до того, чтобы на шкалу смотреть. Но, по крайней мере, с этой трассы не вылетишь, это уже хорошо. Какой там я по счету? По-моему, первый. Да, первый. Не очень понятно, что дают желтые треугольники, но вот эти вот синие — это для ускорения, а желтые, может быть, щит, например, или еще что-то. Ох, как быстро! Эй, я третий, когда я успел третьим стать? Не понял. Буквально на секунду меня опередили, а когда? Я даже не заметил. Подождите, а можно переиграть? Давайте попробуем еще раз. Я вообще-то думал, что на самом легком уровне сложности у нас сейчас гарантированно будет первое место. Но не тут-то было. Видимо, игра все-таки подстраивается под характеристики нашего корабля. То есть то, что я выбрал корабль из таких самых быстрых, ничего не значит. Противники тоже, значит, будут на таких кораблях. В принципе, это даже и неплохо. То есть нет дисбаланса. Но, если честно, не успел заметить, когда я успел стать третьим, потому что вроде как я первый был, но я мельком так увидел слева сверху. Ну почему я всегда в конце? Почему во всех гоночных играх прямо закон такой, что игрок всегда в конце? Это нечестно просто. Если я буду делать гоночную игру когда-то, такого точно не будет. Все будет справедливо. Вот сейчас у меня почему-то не получается ускориться. А вот сейчас... Черт, ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой, что происходит-то? Так должно быть? А вот сейчас, смотрите, позиция первый. А возможно, на первом круге ускориться нельзя, или как-то там... Так, ну сейчас у нас энергии нет вообще.
А? Ух ты! Так, давайте-ка ускоримся. Ой-ой-ой-ой-ой! Финальный круг. Я первый. Неужели под конец меня обгонят? Я очень надеюсь, что в этой игре нет эффекта резинки. Или рогатки, как еще называют. Как было раньше в очень старых гоночных играх. Черт. На красную налетел. Ну, первый. Должен быть первым. Да, первый. Отлично. Так, ну, теперь продолжаем, конечно же. Этот результат меня устраивает. Одна звезда. Почему одна звезда? Я ведь первый пришел. А что нужно сделать, чтобы получить три звезды? Хм. А, может быть, пройти гонку в трех режимах? А давайте в качестве эксперимента, допустим, вот посмотрим. Пройдем сейчас гонку в режиме, допустим, на выбывание. И посмотрим, если у нас получится прийти первым, будет ли у нас еще одна звезда. Потому что этот момент вот не объясняется что-то. Да, на начальном уровне сложности. Так, а мне что, опять заново корабль выбирать? Тот же самый апгрейды. Так, управление, ускорение... Максимальную скорость. Пока что не будем ничего трогать. Пособираем деньги. Цвет такой же, да. Мне интересно по поводу следующих трасс. Будут ли они все такие трубчатые? Ну то есть можно ли в принципе вылететь с трассы? Я очень надеюсь, что YouTube не заблокирует музыку, потому что, как вы поняли, отключить ее в принципе нельзя. Здесь вообще нет настроек, и я могу лишь только в системе отрубить полностью звук вообще игры. Ускоримся. Есть. Получилось обойти ту красную. Так, мы на втором месте, а где же? А, вон сверху, тот, кто на первом. Стоп, там что, монетка или что-то было? Как будто что-то было на трассе там. Что-то, что можно подобрать. Так, я первый, давайте еще и ускоримся. Энергии нет. Кстати, а где вообще здесь ящики с энергией? Вот эти платформы, они автоматически ускоряют нас сразу же. А чтобы самому ускоряться, нам нужно ящики с энергией собирать. Ну а сейчас на трассе их нету. Так, неплохо. Вот что-то... Черт! Черт! Блин! За то, что пытался ту штуковину подобрать, но... Не получилось все равно, но еще и на красный налетел. Ладно, мы первые все равно. Главное теперь удерживаться первым. Я второй? Нехорошо. Нехорошо. Нет, я снова первый. Хорошо. Вот.
Так... А, это починка. Но мы сейчас не в том режиме, в котором она может понадобиться. Хотя, вот слева снизу там интерфейс есть какой-то, но мне просто некогда его рассматривать. Это потом уже на паузе, на видео я смогу рассмотреть, что же там слева находится такое в интерфейсе. Так как меня обгоняют-то? А ну-ка, отстаньте. Вы искусственный интеллект, и вам все равно. А мне нужна победа. По крайней мере, вот именно сейчас, для того, чтобы понять, будет ли еще одна звездочка, чисто для знания. Ой, черт. Так, не хочу тут рисковать. Ой, как мускул, ух ты! Так, еще два оппонента у меня. Ведь черт! Так, хорошо. Ну вот эта вот трубчатая трасса, это, конечно, очень даже очень. Так, один оппонент, что ли, остался? А, нет, еще. Да. И я второй, плохо. Черт, я второй, это плохо. Да что ж такое, никак не могу его догнать-то. 6 секунд осталось. Получилось, что ли? Не получилось, он впереди меня, буквально он на миллиметр. Буквально на миллиметр. Да не обидно, в принципе, что проиграл. Обидно, что из-за этого я теперь не узнаю, дадут ли звездочку вторую за прохождение в этом режиме или нет. То есть, как их получать, эти звездочки? Ну ладно. Не будем пробовать еще раз, потому что хочется и другие трассы попробовать. У нас все-таки сейчас... Первый взгляд, хочется увидеть как можно больше. Так, значит, здесь, кстати, трубка, трубка. А здесь, видимо, по внешней стороне трубки. Вот это интересно. Давайте выберем вот эту вот гонку. Давайте здесь прокатимся тоже пока что в обычной гонке. А потом еще попробуем мы боевой режим. У нас 4500 очков. Да, корабль тот же самый по поводу апгрейдов. Ускорение может быть. Давайте купим ускорение. Ага, то есть каждая стоит 4000. Понятно. Ну, в принципе, можно проходить заново предыдущие уровни. Я так понимаю, каждый раз мы будем получать... деньги, и мы так сможем попросту... На самом первом уровне даже прокачаться и полностью корабль свой прокачать. Ух ты. Вокруг вулкана. Вот это будет красиво. Я готов. Я готов. Погнали. Ну, само собой, я последний, да? Ну, а как же иначе? Я готов.
Так, ну если я правильно понимаю, вылететь с трассы мы не можем. Мы приклеены к этой трубке. Кстати, это классно, потому что очень-очень быстрая гонка, и если бы мы могли вылететь с трассы, это было бы просто жесть. Очень быстро, очень быстро. Так, пока что коплю энергию. Ух, ой-ой-ой-ой-ой. А черт! Я второй. Плохо. Ускоримся. Рискованно вот здесь вот. Так. Если честно, мне больше нравилось внутри трубки, потому что там более было заметно наперед просто, что где находится. Здесь как-то такие изгибы и намного хуже заметно. Вот эти ловушки красные. Вот эту я вообще не видел. Вот как можно было угадать, что она там будет? Ну, это особенность трассы, да. По энергии смотрю, ага, нормально. Пока что бережем, пока мы первые. Черт, но если нас обгонят, тогда уже будем ускоряться. Ай, плохо, вот ловушку такую сделали. Поставили синюю платформу и за ней сразу красную. Да не толкайся ты! Отлично, первый! Это превосходно! Это прекрасно! Так, а новая трасса когда откроется? 3000 очков. Нужна еще одна победа где-то. Так, ну здесь тоже по внешней стороне. Я хочу пробовать боевой режим, но давайте вот на вот этой трассе внутри трубки его попробуем. Вот, боевая гонка. Так, какой там кнопкой было, подождите. А, нам сейчас опять объяснят, хорошо. Так, мы не можем ничего прокачать сейчас, ну кроме управления, но... Управление, оно что даст? Мы будем не так резко дергаться, что ли, из стороны в сторону. Но, по-моему, ускорение здесь важнее. Поэтому копить лучше на ускорение. Цвет такой же. А вот корабль менять невыгодно. Потеряем апгрейд. Значит так, ускорение, щит, оружие, понял. Б, щит, Y, оружие. Понятненько. А, кстати, музыку можно ведь выключить, но без музыки будет совсем... Как-то не так весело. Тем более, что музыка здесь довольно приятная, если честно. Давайте попробуем одну гонку без музыки. Так, что это были за красная штуковина? Оружие, наверное. Или вот это зеленое оружие. Вот черт его знает. Надо попробовать, вот что это. Нет, это. Уж было оружие, что ли? Я не успел даже посмотреть. Так, давайте. А я выстрелить не могу. Стрельба не работает. Либо я еще недостаточно оружия подобрал, или что, но. Амуниция, ну вот. А стрелять мне не получается. Если щит. Черт его знает, я не могу стрелять, ребята.
Я не понимаю, как в него выстрелить. Да? Черт. Щит. Так, зеленый это щит, понял. Красная амуниция. Но у нас есть патроны, но не получается стрелять. Что? Как? Почему? Так, ну вот, прицел как бы есть, но... Или это я стреляю, просто не видно этого, незаметно. Черт его знает. Так, я щит включил, что ли? Так. Я не понимаю, то ли я выстрелил, то ли я не выстрелил. Это вот очень как-то работает вообще странно, непонятно, абсолютно. Последний круг, ну вот я долблю по кнопке стрелять, и что? Как мне в него стрельнуть-то? Ничего не понимаю. Просто не понимаю. Вот. Патронов у нас целая куча. Я не понимаю, что сделать, чтобы выстрелить его. Вот он передо мной прямо. Черт, плохо. Да твою ж дивизию. Ускоряемся, короче, и все. Попытаемся скоростью взять. Так, мы пришли с вами первые, но это было очень странно, я вообще не понял, у меня хоть раз получилось выстрелить или нет, хотя я пробовал и зажимать Y, и долбить по Y, и что угодно я пробовал, но я не понимаю, либо это сломано, либо я не понимаю, как это использовать, когда у нас появлялся прицел, в некоторые моменты он даже моргал, как будто вот включилось наведение, и вроде как мне показалось, что я смог выстрелить противника, он вроде как взорвался, но я не видел, чтобы что-то от нас отлетало. То есть ракета или что, допустим, и звука не было никакого. Я не понимаю, как это работает. Новую трассу мы открыли. Вот она. Ага, это уже не труба, это уже открытая гонка. Вот с этой трассы, наверное, можно вылететь. Вот это будет красиво и определенно. Ну, разнообразие такое себе, скажем так. Не то чтобы прям сильное. Давайте попробуем теперь вот эту вот гонку. Кстати, да, звездочку дали. Так, обычная гонка. Не хочу эту боевую гонку, я не понимаю, как в ней стрелять, поэтому обычная. На легком уровне. Так, а что мы можем? У нас 4500. А давайте ускорение. Вот так. Зелененький цвет. Хорошо. Посмотрим теперь на вот эту трассу. В принципе, по разнообразию самих трасс, это уже будет как бы последняя. Есть внутри трубки, есть снаружи трубки, есть вот такая вот открытая. Все. Меня сейчас интересует, я действительно могу вылететь с трассы, потому что на такой скорости... Я не представляю, как здесь удержаться на трассе. Ай, черт. Ловушки. Ой-ой-ой, вот уже сложно, если я еще ускорюсь прям, тогда будет вообще жесть. Черт.
Ой, ай! Я восьмой? Да ладно! Стоп, а я что, не могу вылететь с трассы? По-моему, я уперся был только что, скажем так, в заграждение. Да! Ускоримся давайте, а то что-то вообще мы на шестой. Так что здесь ловушки буквально через каждые 2 метра, вы что? Я не могу вылететь с трассы, замечательно. Вот теперь тогда можно... Можно поспокойнее быть. Но при этом мы замедляемся. Когда цепляемся. Ай, плохо. Я что, первый? Да ладно. Как у меня это получилось? Я сам в шоке. А, мы еще получаем повреждения. Так, нужно поаккуратнее. Так, понятно, лучше не трогать заграждение. Да твою ж дивизию. Черт, да твою ж дивизию. У меня не получалось просто влево вывернуть. Я стик прям давил влево, но не получалось. Видимо, в этом и суть управляемости. Для этого и нужен этот параметр. Именно для вот таких вот трасс. Я что, первый? Да ладно. А, нет, еще один круг. Но если я не взорвусь, то, может быть, у меня даже получится. Черт, плохо. Я уверен, там слева внизу показано, какие у нас повреждения и так далее, но мне некогда туда посмотреть. Тут такая скорость бешеная, когда тут смотреть по сторонам? Я моргнуть боюсь. Тихо-тихо, только не взорвись. Черт. Вот, по прямой. Фух, получилось. Приехать или, правильнее сказать, прилететь первым. Вау, неплохо. Что ж, ребята, мы посмотрели с вами на разнообразие трасс, на разнообразие режимов гонок, и думаю, можно уже прерваться и подвести итоги по поводу этой игры. На самом деле, игра довольно-таки неплохая, несмотря на то, что здесь действительно маловато трасс, точнее разнообразия даже трасс. Есть трубка внутри, гонка проходит, есть трубка снаружи проходит гонка, есть вот такая вот открытая трасса, все. По антуражу трасс, ну тоже в принципе не так уж и много вариантов. Тем более, учитывая, что во время гонки здесь бешеная скорость и смотреть по сторонам просто некогда. Отличаются в основном заметно цвета трубки и все. Но здесь тоже буквально несколько вариантов, да и всего трасс здесь совсем мало. Так что игра, по сути, довольно-таки короткая, рассчитана на перепрохождение на разных уровнях сложности и на игру со своими друзьями, просто чтобы всегда было во что с ними погонять, если вдруг пришли к вам в гости. Управление в игре довольно-таки неплохое, но оно не то чтобы прям сильно ощущается вообще, потому что игра бешеная, и здесь, что здесь управлять? Одну кнопку зажал, и влево-вправо еще стиком дергай, и все, ну периодически ускоряйся. В боевой гонке я не понял, абсолютно не понял, как стрелять. И нет никакого обучения, никакой подсказки, когда стрелять, как, допустим, наводиться, может быть, я не понимаю. У меня не получилось уничтожать противников просто. Поэтому этот режим просто вот бесполезен абсолютно. Ну, гонка на выбывание, в принципе, с ней все понятно. Та же самая гонка, но последняя просто выбывает, и все. А что еще сказать по поводу прокачки? Ну, прокачка здесь базовая. То есть просто одну из трех характеристик можно улучшить чуть-чуть, заплатив деньги, и все. Кораблей не то чтобы много, есть 3 класса скорости. И я так понимаю, противники будут подстраиваться под наш класс скорости. То есть можно, допустим, помедленнее взять корабль, а потом его уже прокачивать постепенно. Ну что ж, я выбрал класс скорости 3, поэтому было вот так вот очень быстро. Мне эта игра понравилась. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы относитесь к этой игре. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. А как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья! Встретимся в новых, замечательных прохождениях. Пока-пока!